Просил рассказать и показать, как подключить, чтобы не вешать сюда вот бак, а чтобы дистопливо поступало из родного бака основного. Ну, в общем, получается так. Вот он, трубка идет из основного бака на шлаковой 2Ч. Вот здесь установлен электрический насос. Вот от него осталось фишечку подключить на любой тумблер свободный. Вот трубка идет на фильтр. Вот такой корпус фильтра с иномарки. Ну, не корпус, а как это, кронштейн. Вот. И фильтр топливный, обычный от дизельной иномарки. Здесь отсюда взят штуцер. Со штуцера, вернее, идет на ТНВД уже непосредственно. И вот эту вот я планирую тоже задействовать. Вот, я хочу туда подсоединить обратку с форсунок. С форсунки. Вот. Ну, пока штуцера у меня такого нет. Там резьба на 8. Надо будет что-то придумать, изготовить. Ну, или просто найти штуцер на 8, воткнуть туда этот шланг и затянуть хомутом. Ну, в итоге вот такая вот получилась история. Этот насос закрепился на штатные болты кожуха. Один снизу, один сверху. Сидит мертво. Вот. Ну и воздушный фильтр. Здесь буду что-то придумывать, потому что его не было в комплектации. В итоге капотик закрывается. Вот так вот это все смотрится.